Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом уплаты страховых взносов адвокатами. Именно данному вопросу посвящено письмо ФНС России, реквизиты которого вы видите. И в данном случае рассматривался вопрос о том, в рамках какого периода адвокат должен уплачивать страховые взносы. И первоначально ФНС России указывает на то, что уплата страховых взносов осуществляется с момента присвоения статуса адвоката и до момента прекращения статуса адвоката. В общем-то, этот вывод он очевидный, и фискальные органы, как ФНС России, так и Минфин, неоднократно воспроизводили данный вывод и при этом указывали, да, что независимо от того, какое состояние у адвоката, является ли он, например, инвалидом, пенсионером, в любом случае, если у него есть статус, то он должен уплачивать страховые взносы. Но тут возникает вопрос, как определить момент присвоения статуса адвоката и момент прекращения статуса адвоката. Здесь Минфин указывает на то, что присвоение статуса адвоката связывается с принятием присяги претендента. И исходя из данного положения, можно было бы сделать вывод о том, что начало и дата присвоения статуса адвоката должна связываться с датой принесения присяги. Однако далее можно будет увидеть, что не все так однозначно. Далее ФНС России напоминает, что в пункте 7 статьи 430 Налогового кодекса предусмотрены периоды, в течение которых лицо, несмотря на наличие статуса, может не уплачивать страховые взносы. Во-первых, речь идет о периодах, когда лицо либо находится на военных сборах, либо осуществляет уход за детьми, престарелыми, инвалидами. А есть также пункт, когда лицо приостанавливает свой статус, свою деятельность в рамках статуса. Итак, вот, рассматривая данный вопрос, Минфин указывает на то, что вопросы приостановления и возобновления статуса адвоката решаются Советом адвокатской палаты. И на основании положения закона об адвокатской деятельности ФНС России делает некий такой общий вывод о том, что период начала деятельности адвоката, период приостановления, возобновления должны исчисляться с момента вынесения соответствующего решения Советом адвокатской палаты. И вот здесь не совсем понятно, поскольку, как я уже говорил, в самом начале своего письма ФНС России указывало на то, что все-таки начало осуществления адвокатской деятельности и присвоение статуса адвоката связывается с принятием присяги, а не с неким решением Совета адвокатской палаты. Здесь важно также заметить, что позиция ФНС России, как указывается в письме, она согласована с Минюстом России. Несмотря на то, что, на мой взгляд, письмо противоречиво и несколько непоследовательно, в любом случае адвокатам следует принять его во внимание для того, чтобы оценивать свои риски, связанные с обязанностью по уплате страховых взносов. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.